Потому что я просто очень умный. Я смотрю Галилео, я смотрю BBC про животных. Но любовь происходит. Но я знаю, что это реакция организма. Любовь? Да. Реакция. Это не реакция мозга, это именно организма реакция. И вот, когда очень хочется познакомиться, иногда это очень получается. И поэтому любовь после нее, после дикой, ну вы понимаете, образуется высадка гормона из мужского пола. И вот этот самый гормон попадает в тело женского пола и образует клетку. В теле женщины, даже молодой, 1 000 000 клеток детей. Даже за всю жизнь она не сможет родить всю, весь 1 000 000. Клетка эта пробуждается, чтобы расти. Поэтому так и получается. Какие мне девочки нравятся? Ну, милые, во всяком случае, приветливые и, самое главное, хитрые.